Усе гэтыя школьнікі ў будучыні падаткаплацельшчыкі, карыстальнікі крэдытаў і проста распарадчыкі свайго асабістага бюджэту. Для іх паспяховай будучыні асновай фінансавай пісьменнасці важна закласці ўжо зараз. З гэтай мэтай да іх у госці прыйшлі прадстаўнікі Белаграпрамбанка, каб уручыць кнігі і правесці адпаведныя урокі. У увлекательнай форме з помощью сказачных герояў дзеці ўзнаюць не толькі што такое крэдыт, депазіт или карточка, но і надеемся научыцца приумножать и сберегать свои денежные средства. Это социальная ответственность нашего банка, поэтому думаю, что это будет полезно всем. Социальные акции уже 3 года. За этот час представники банка встретились с тысячами школьников. С каждым годом информационные буклеты допрацовывались, и на этот раз детям уручили сборник казок, герои яких тлумачить складанные финансовые термины, доступны для детей мовой. Это выдание самостоятельно распрацовали супрацовники банка. Только у Гомеля такие книги отрываются навученцы больше к 60 школ. Дарэчы, урачыстае адкрыццё акцыі менавіта ў 56-й гімназіі вырашылі правесці не выпадкова. В нашем учреждении учатся замечательные дети. Дело в том, что финансы напрямую связаны, скажем так, с таким предметом учебным, как математика. Наши ребята с 5 класса изучают на повышенном уровне этот предмет. И он у них очень хорошо получается, потому что они становятся неоднократными победителями олимпиад, конкурсов, турниров, которые проходят и в городе, и в Гомельской области, и в республике. Мне кажется, что чем раньше человек начинает узнавать особенно о финансах, о деньгах, об экономике, тем больше он развивается. И в современном изменяющемся мире профессии, связанные с экономикой, с финансами, они очень важны. И поэтому очень важно пропагандировать это в рядах наших детей. У гэты дзень карысныя падарункі атрымалі 72 гімназісты. Усяго ў Гомельскай вобласці плануюць уручыць каля 14 тысяч спецыяльных выданняў. Ганна Кавалёва, Максім Славін, Тэлерадыёкампанія, Гомель.